Всем привет! С вами Гроспер, и это первая серия по GTA Online. Как я начинал играть с другом по сетке. Еще луна. Какая тёлка? Онлайн лазер. Да хрен знает. Ты все еще загружаешься? Но... Не знаю, я тут хожу уже пока. Но я подожду тебя сейчас, короче. Урод, а? Что ты еще тут злорадствуешь? Это онлайн Transform Races. Я не буду пока в тачку садиться, я тебя подожду, короче. О, загрузился. Да? Ты где сейчас находишься? Как меня тебя найти вообще? Ты на улице? Ну, на какой-то улице. Ну-ка я карту открою. Ну, ты вообще-то Z нажми. Сейчас посмотрим, где ты. На тачку стырить. Джи. Я не вижу тебя, Джи. Как у тебя? На Джи или Д? Как у тебя там называется? Джо Смитсон. Да, ломай, иди нахер. Так, сейчас я возьму, короче, тачку. Ох, капец, кто тормозит нахрен. Да я не говорю, у меня тоже. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрю на карте. Да, на карте посмотри. Так. Алекс какой-то. Тут столько игроков просто, это жесть. Мне еще опыт, значит, что? Опыт, значит, что? А, то, что ментов, типа... Какой-то козел меня убил, блин. Да? О, ну-ка. The Grosper. Нашел? 700 с лишним метров. Где-то на дороге. Я вижу тебя, Джо Смитсон. У тебя первый уровень, нифига, у меня третий. Ты еще не прошел. Как меня тебя найти? Ты на карте два раза Z жми. Ты на какой тачке? Ты вот это едешь? А, стоп. Как меня... Ну-ка, я до тебя сейчас доеду. Ты на чем? Блин. Тут какой-то чел, короче, на моцике. Ментов. Я нахер валю, короче, на моцике. Он нет, он по мне. Он меня замочил, косел. Тварь. Так нечестно. Игрок. Призвак. Ай, блин. Убил. Он тебя грохнул. Какой-то. Конечно, какого хрена он на меня агрился вообще? Я вообще что ему сделал? Спокойно ехал он. Ментов. Вот я тебе говорю, меня также один козел убил. Да как меня тебя найти? Ты можешь метку поставить? Сейчас подожди, я, может быть, я доеду. Ну давай я тебя, короче, здесь подожду. Не исчез. Я вот здесь, короче, буду стоять, вот, короче. О, блин. Ну-ка, на парковку надо заехать. На парковку. Ну тут, короче, я буду стоять возле туннеля такого, там внутри еще зеленые такие фонари. Блин. Я бегаю тут, короче, по дороге. Так, ну, пожалуй, тачку. Ни хрена нормальной тачки нету. Одно говно. А, кстати, я этот пейзер находил, когда первый раз начинал. Ах ты пейзер, да? Единственную такую нормальную тачку. А этот, кстати, там на этом походу исполнится тачка. Ну чё, как кот убил вообще? Я? Я говорю, чё, как кто? Там, кстати, не исполнится эти тачки топовые. Да. Фистер, комет какой-то. О, я тебя вижу, ты едешь где-то там. На карте? Ну, ты куда-то прямо едешь. А, стоп. Сейчас я, кажется, увидел тебя. Право. Это ты на комете? Да, это ты, дед, здорово, друган. А я могу в тебя сесть? Стой. Ты охренел, что ли? Ты чё, я тебя сейчас грохну. Эй, да куда ты залазил? Да. Да, я в бабу играю. Да куда ты садишься? У меня клава заглючила. Всё, я могу в тебя сесть, короче? Слышь, алло. Ты меня слышишь? Чё? Ну, слышал. Здорово, друган, погнали. Чё, куда поедем? Куда погнали-то, ё-моё? Да я не знаю. А давай тачки поищем. Я сейчас метку поставлю. Хотя, не могу поставить. Ты можешь на карте метку поставить? Куда? На тот, где тачки вспомнятся, этот, как там, гараж? На парковку. Подожди, я помнишь, где это место? Мы, кстати, где-то рядом тут ошиваемся. Лестер звонит еще какого-то хрена. Нахер закрываю его. А, там, кстати, надо было его. О, я вижу ее. Видишь? Он да, впереди, подгони прям.
что-то у меня лагает. А, блин, как все виснет. Да, у меня точно так же. Что-то с интернетом где-то проблемы. Давай, заезжай, да? Вот здесь, короче, не спавнится, так что-то не искал. Ну, когда я вылезу, да, я вылезу стоять. Так, вон там нормальная тачка. Сейчас я добегу до нее. Давай, прыгай. Надо это, на второй этаж съездить. Да-да-да. Смотреть. Я этот фугитив беру, короче. А, не, не фугитив, это фузилей какой-то. Так, радио, ноги. Так. Да блин, отключись ты. Всё. Да ё-моё, какое радио. Стой. Всё, отключи. Да. Да ни хрена я прилично меня ничего не вижу. Сейчас. А? Я говорю, ничего приличного вообще не вижу. Да, ну давно. Так, что ж такое? Хрень. Меня вообще жестко прилично. У тебя фризит? А? У тебя фризит? Но. Ну, тоже немного. Что ты там делаешь? Едет Том. Я? А ты где вообще находишься? Да. А, вон ты где? Я вон рядом я с тобой. Вот этот, пожалуй, давай быстрее, давай. Ты откуда комету спер, блин? Нормально тебе повезло. Не знаю, я это по дороге. О, чел какой-то. Не-не-не, у нас сейчас грохнет. Тихо, мы не агримся, все, иди отсюда. Что за тачку? У него Делориан. Да, конечно, бандитскую разборку. У него Делориан. Прикинь. Ну, Делукс, вот эта новая тачка из нового обновления, это которое. Судный день. Погнали отсюда быстрее, он сейчас за нами. О, прости, я человека взял. Ни хрена он. Улетел нормально, да? Взял человека, сбил он еще это. Ну как, поднялся сам. Ну. Опа. Тачка. Так, надо радио отключить. Какая-то черненькая. Да, отключай. Сейчас возьму, посмотрю. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Ух ты, нифига, у тебя классная тачка. Только не убивай меня. Я не буду твою тачку брать. Ты где у тебя? О, ты вообще где-то там вдалеке. Так, надо, короче, ну-ка еще посмотрю. Так, надо было. Фузелат какой-то. Что? Шистер, фузелат. А, фистер, что ли? Какой-то шел или кто ли там, какой-то игрок, короче, рядом со мной. У меня оружия нет. Он мне РПшку, это, опыт не значит. Ой, тут какой-то игрок. А, это ты. Какое-то говно взял. О, комету ты бросил. Что будем делать? Это моя комета или что там, блин? Да, это твоя. Что будем делать? Куда поедем еще? Не знаю, надо. Тебе это, первую воду не купить. А, оружие купить? А я, кстати, все деньги на вещи потратил. Кто там врел? И хрена они тачки спалятся, блин, впереди. Да. У меня деньги, короче, вообще мало. Я все на одежду потратил. Ну где-то у меня 7 тысяч есть, а у тебя сколько? Где посмотреть? Я не знаю, да. Как посмотреть? А, Z нажми, там у тебя наличные. У меня 6 даже, 6 часов. Z нажми, там, увидите, где игры еще. У меня наличных 8 840. О, нормально, у тебя так. Тебе надо первую водную миссию. 6. А ну пошли тогда оружие купим, если можно. GTA Online открытая 29. Тебе надо водную миссию пройти. Блин. Сейчас я поставлю. Я тебя не заметил. Ничем никуда. А, и сейчас подожди, я поставлю. Ты за мной, короче, поедешь, окей? Но. Все, я поставил, нет? Ё-моё, там кого-то, блин, мне это толкает. Че, погнали, где ты вообще? А, вот ты сзади, давай, погнали. Я рядом с тобой. Давай. Что-то вообще как-то странно ты, здесь тачки спавнятся, блин. В смысле, как это? Рандомно, в смысле? Прям как с тобой? Мне нормально. Едешь, я не спавнится? Ой, ё. Там тут красный. Красный? Там тут... Ну, короче, место какое-то, чувак какой-то. Но. Нахрена, отвалите сюда. Давай, гони за мной уже, я жду тебя тут. Пошли оружие. Тачки, да, реально странно как-то пахнутся. Поехали нахрен сюда. Они, короче, это... Сзади были, раз резко появились впереди. Да. Что-то я не понял, ты что, охренел что ли? Я сколько за тобой ехать-то буду? А, да ты где вообще? Я вообще за каким-то игроком поехал, а не с тобой. Вон ты вообще где? Ты как-то странно сначала там был, потом там появился. Я сзади вон. Да вот я еду, я вижу тебя. Ты еще обозначен на радаре. Вот ты, Джосс, поехали.
черный такой. Да ни хрена не вспомнится. Так давай, поехали. Я что, какой-то квест сбил, блин. Ты что стоишь? Давай, короче, это же. Давай. Да блин, меня сбил какой-то урод. Да? Ты сдох, что ли? Ой, ой, стоять, тихо, не убивай. Сейчас нет. Ты на черной тачке? Тут за мной какой-то бешеный гонец. Да, на черный, сзади тебя еду. Давай, я жду. Ты стоишь, а не едешь. Почему ты стоишь? Какой-то джи, блин. Вот ты где. Блин, да что ты там появился? Я подъехал. Как-то странно все лагает. Да я вижу, сейчас подожди, я к тебе еду. Да ни хрена. Да блин, пускай отстанет. Как он что-то вперед-то, блин, заспался. Я? Бывай, погнали. Опа. Я чуваками выпился. Да блин, почему ты так странно? Жесть-то. Ты лагаешь, друган. Давай, поехали за мной. Я вообще на месте стою. В смысле? Да блин, я уже приехал вот сюда, вперед. Ты, блин, какого хрена в одном... Так у тебя тогда, ты тоже, то в одном месте, какого хрена в одном месте стоишь, раз, вот. Да блин, он заколебал, шел, какой-то игрок на меня крутит. Я рядом сейчас стою. Жестил. А, все, я вижу тебя. Блин. Давай залазим, короче, в этот, в манацию. Заходи. О, ни хрена, перед тобой просто сзади тебя какой-то грузовик, ты заполнился жестко. Я смотался. Сейчас. Че? Я зашел. Ни хрена ты там влагаешь. Да, да, да. Ты тоже что-то там. Ай, блин. А мы можем вдвоем зайти? Блин, такой... Да где ты? Короче, дорогие, в одном месте появился, в другом там. У него какая-то тачка топовая. А вот и стоит, да? А, вот кто у тебя чувак. Ты что-то сразу... Смотри на меня. А? Вон, видишь, какая у него тачка внутри слева? Вон, гнет, джет, стел. Ты как-то вперед нахрен лагаешь. Да, ты тоже. Так ты тоже. Жестилось какой-то, да? Да, жестилось. Погнали, короче, можем зайти или нет? Ты вообще странно двигаешься. Блин, очень жестко все лагает. Да-да-да. Ну-ка. Это ты странно что-то в одном... Так вот ты сейчас нормально идешь. Интересно, можем вдвоем... Ага, что-то походу нельзя. А вот, все, я покупаю что-то оружие, короче. У меня вообще мало денег. Я чуть-чуть... Да что-то. Алло, слышь, ты меня слышишь? Тут вообще мало чем доступно. Так. Ой, нет. Вы дебилизм, а. Что у тебя там творится опять? У меня хватает только на одно оружие. На пистолет обычный, все. Так, я куплю потом за 500. Так, самодельная бомба. Все, я 500 купил себе пистолет. Так, пистолет. У меня только пистолет хватит, и все. У меня косарь остался. Прикинь, у меня косарь остался. Все, мне... Меня нету больше. Ты видишь, что-то это управление лагает. Кто-то взрывает, короче. Нас взрывает, друган. Валим отсюда. Ты какое оружие покупаешь? Минимум. Блин. Что, мне тебя должен ждать? Вообще ни одной доступно. Так вот, у меня тоже. Лап. Там только дорогие доступны у меня. А у меня вообще денег нету. Там за 14, по-моему, косарей. Что-то странное это как-то все. Вообще все лагает, да. Ты что купил? Какое оружие? Этот дробовик был лап. Ни хрена, ты, блин, нормально так-то. У меня только на одной руке. Ох, нифига он тут стоит. Смотри, какая тачка, ты видишь? На. Офигеть, да? Ну, вижу. Ну нафиг, я не буду на него рыпаться. Так, он тут что-то все повзрывал. Тихо. Надо, короче, куда-то так. Я вон ту тачку возьму. Блин, он тачку мою, по-моему. А, не. Я, короче, вот этот феникс или как. Вообще офигенно у него тачка. Ё-моё, ни хрена он там. Охренеть у него тачка живая. За мной полиция, короче. Надо валить. Я, короче, сюда заеду, может, получится. Блин. Я здесь, короче, постою, пока подожду. Патронов.
Да что он там? Он же за тебя ездит. Ой, не-не-не-не-не. Иди-ка ты нафиг. Чё ты в мою тачку? О, он дал свою тачку. Он дал свою тачку, прикинь мне, походу дела. Он в мою сел. Я сейчас в него сел. Не знаю, как он отреагирует. Офигеть, вот это тачка. Что это? Ау-печ какой-то. Ау-печ. Ну, я тебя вижу на тачке. Охренеть. Да блин, отойди, чувак. Думаю, как придурок тут меня вырезался. Да, чувак, я вырезался, да? Ё-моё. Да блин, что ж такое? Что ж такое? Может это... Фанат твой какой-то. Кто? Что у тебя с микрофоном? Что, блядь? Это за шоу? Да блин, мы... Да чё ж стел за мной гоняешь, колебал. Я просто дрифтую туда пойду. Что, ты отключился? Эй, алло, друган, ты меня слышишь? Так, ну чё, короче? Пистолет. Пистолет надо купить. Пистолет, иди покупай, это же, короче. Боевой стегненный пистолет, нахрен он не нужен. Твой револьвер. Привет, мой. А, ты сейчас покупаешь, типа, видишь? Я тут пока гоняю, дрифтую. Ну то, что вообще ярая. Она еще прокачанная, походу. Далее. Оверлок, аутерч какой-то. Оверлок, аутерч. Из нового обновления, походу. Ладно, мне, короче. Вообще классно смотрится. О, тут какой-то придурок, блин, въехал в дверь. Да? Я сейчас тоже въеду. Разберусь. Что? Ты шутка. Ты на тачку черную? Молочь. Ой, что-то он лагает, ну что, он в дверь въехал. Он что-то вообще вверх-вниз что-то лагал, а вон что-то бегает. Я тут внутри в амунации нахрен бегаю. Да? Но какой-то придурок тут тачку, блин, это, сам магаз нахрен. Я вижу, она вообще странная такая, читеры странные. Я, короче, вышел из этой топовой тачки. Блин. Как мне выйти? И как я сейчас должен выходить? Давай, друган, я, короче, помогу тебе. Ты тварь. Уйди отсюда. Попробуй в тачку. Попробуй это в тачку залезть. Я сейчас попробую, короче, толкнуть. Давай, сиди в черную, давай. Если бы он прыгнул на тачку у меня, я бы тогда, может, и вышел. Он не прыгает у тебя? Он должен прыгать. А, вот ты был на сцену, да, он не прыгает. Я уже в самом здании сижу. Тихо. Чё ты нихера, она застряла. Он тебя зажал, вот дебил. Давай. Чё ты нихера. Я вылез, хочу попробую здесь тебе Ты вообще жесть, тут все лагает, капец. Да. Не, она не заходит. Ой, он помогает, давай. Тихо. Ты нахрена меня сбил? О, он тебя сбил. Ты что, тварь? Да блин, как мне сейчас выйти отсюда, а? Может тут какой-то запасной выход есть? А, не. Нихрена. Блин. Я тут походу конкретно вообще застрял. Ну-ка я попробую потолкнуть. Давай, она вылазит, давай. Ну-ка я попробую сейчас залезть, короче. Нихрена там тачка залагала. Да? Она вверх-вниз у тебя прыгала? Давай, ну вылазь. Чёрт, что творим сатана хрен. О, ты вышел, да? Ты вышел? Йо, ну нахрен надо сваливать отсюда. Ты вообще вышел? Да, вышел. Хрен тебе. Стой, да ё-моё. Прикинь. А, может я что-то нарушил? Что сделал? Нарушил? Опять не ты? Походу где-то на красный свет проехал, и меня менты ищут. Нифига. Ну давай, короче, я тебя дожду. Я тебе тачку купил. Нормально ты достал. А, вот, давай, вон, видишь, красненькая? Залазь в неё. Блин, ты давай быстрее. Я могу даже...
Ой, блин, меня вы только не увидите. Что? Ты уехал? А, это она? Ё-моё, он это... Уехал. И Минка теперь меня тоже разыскивает. Какой нахрен уехал? Ты чё, с ума сходишь, что ли? Это он уехал. Ай, другая. Отрезаешь. Что такое? Ты упал? Настя. Вообще всё хорошо. Не-не-не, надо будет сразу. Мне сейчас замазать всё. На тачку будет тоже не сходить. Вообще, когда раз так бежал. Каком ДГВ нахрен? Так, я тоже тебе. Что у тебя там с микрофоном? Или еще не очень стоит. Тут мин, короче, ты намедит. По соединению сессии по потерям из-за неизвестности твои ошибки. О, у тебя с интернетом какая-то. А ну ты вышел, он пишет, жесткий комплект. Вообще какая-то интернет. Выход из сессии идет, блин. А ты можно нам я не да, блин. Попробуй заново. Я болел. Я не могу на ней ехать, она очень быстрая. Я сейчас, короче, зайду. Тебе надо, короче, первую водную миску прийти. Да что ты так быстро? Я не могу прямо ехать. Понимаешь, я просто начинаю прямо ехать, я просто замучаю. Просто надо постоянно нажимать влево вправо, чтобы она прямо так ехала. Что за странное дело? Оперу хочу ехать. Попробовал оперу. Он у нас. Я сюжетку заспавнился. А, блин. Вроде да. Что-то странно с машиной. Что-то странно. Сейчас тоже гиги по атаку закрою. Закрываешь? Вот чуваки какие-то два дрифтуют на этом. Ну да. Закрою, потом мы это обратно выйду. Ну ладно, давай не будем. Ну что ж, вот такая вот получилась первая серия по онлайну. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Извиняйтесь за то, что так все лагало и тормозило. Просто я играл на очень высоких настройках. В будущем будет все нормально. Ну и еще раз повторяю, кто хочет со мной поиграть в GTA Online, мой ник в игре The Grosper. Все ссылки в описании на мою страницу Social Club и на мою банду тоже. Все в описании найдете. Присоединяйтесь к моей банде и может вместе покатаем. Ну и на этом все. Ждите следующую серию по GTA Online. Всем пока и удачи!